Сову вместо ханта кинь в четвертое. Мало ли кто-то сдохнет, чтобы реснул. Да и грит для четвертой пати. Ты чё по танкам-то решил? Может, лучше ты это свет потянешь? Ты? Какой он лишки, блин. За ПДК. Они каким-нибудь другим зайдут. Ну, типа, чтобы не вайпиться миллион раз. Как на том КД. Так, я скоро пойду БДК опять, свет чё. А в третью я пойду ретрика. Думал, 2 ДЦ будем играть. Хоть какую-то херню придумал. Вообще. Давайте просто альпи сейчас пекнем в ДЦ, у меня вообще то и все. Лена, а ты тут, Лен? Да. А у тебя есть ДЦ? Нет, у меня второго спека вообще нет. Бля. Действительно. Это ДЦ — это класс для избранных. Для Войда, нахуй. Для Войда. Сидели, короче, на офисе, там же Танюша тоже у нас в гильдии, там я, Гудел, Танюша. И, короче, говорю, надо Войда сюда звать, тут про товары как бы могут, все дела, Танюха пишет, Войд даже здесь не сможет, нахуй. Козыри зашли. А она же играла с тобой там дела. Это шутка как бы была, блядь, причем что ты сразу так реагируешь? Там такие, блядь, тупаши в гильдии, вчера ржал, пиздец. Там метки вчера выносили так. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Какого-то хуя на завтра поставили арты, хотя среда, четверг, понедельник. Но я хуй пойду, лучше на анбар схожу. Прауф. Там же типа новый рейд вышел, сейчас ходит. Второй рейд дополнение. Джайну пиздить будем в конце финальный год. Джайну? Там да, что, сейчас Джайна злая стала? Нет, но она просто как бы там сюжет, что они нападают на столицу этих зандаларских троллей. Вот курва. Бля, жоп. Джайна хорошая. Курва тесска. А Зандалары это те, что в Зулгуруде сидят? А? Пизда, сейчас мы ходим, соло убиваем, а потом на них рейд надо собирать. Нет, там Зандалары это союзники Орды в этом патче. Типичные ящеры, да? Ну да. Там, короче, орки, макхары. Этот. У мужиков, короче, есть два вида осанки. Как здесь, такие стулы и прямоходящие. Такие, блядь. Не, ну они такие выпрямленные. Прикольные.
что у Рены Крутогория, типа у Орды и еще какая-то хрень. Пикантроп нахуй. Да просто ученые еще не добрались до Новосибирска, так бы еще одного типа человека открыть. Ты что думаешь, он уехал? Столик, какой, бля, нету маны? Пизде, бля. Что-то вы резко начали, пацаны. Это уже закончился давно. Это, по-моему, алхимики превращались в закон. Обидать мне что-то мало. Стол поставь. Столик, маги. Слышь, человек. Ладно, ты чего не отводится. Спасибо. Хуя себе 54 каши. Да то что 100 хил не заметил, как ты нового сделаешься? Ты еще одного хила хочешь спекать? Ну типа мы просто дебирсы не убьем, если боим 6 хил. Хоть не выдумывай херни. Ну попробуем, че, изи. Когда ты уже повесил? Посмотрим какой-то футер ДПС. В первом рейде был 226, что-то такое вообще до хера дамага. Это же при 180 даже убиваем на генерале. Неплохо. Йоу. Волну не успел докастовать. Бэрит его, чё? Я нон-стопом вставал, он просто не отходил. Окей, не будем. Я не успел даже волну докастовать, он умер. Да я оверхилил. Сейчас детали смерти посмотрим, там что-то жесть его сложил.
Там что-то интересное было. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Ой, не туда ликнул. Святилище считалось неприступным. Ну да. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Ну вот, ему меньше чем за секунду прилетело 23К, 24К и 30К. За 0,7 секунд. Силы были неравны. 80К за 0,7 секунд. А я спряталась. А там еще удар прошел. Урон только будет за ворот хилит. Но основной целью врага была кладка яиц. Чему щитом диспелит, на? Каску бахнет. Руководил кровожадный Заритрия. Но боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале... Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется плеть. А почему там двойной выбор так бесполезен? Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Не, я тех, кто понимает. Да, я расплату качал, когда танчу. Мне как говорили, что если выживает, он двойные выпады делает какие-то там. Знаю, какие там еще таланты важны. Да там у протопала можно, блять, хуй пойми чё вкачивать. Основные таланты в любом случае ты вкачиваешь, а дальше это полет фантазии. Привет. Например, стан не качал, повиновение не качал, ну много чего не качал. То есть у тебя сцену только на босса держи? Нет. Без стана очень трудно. А, хотя нет. Ну, типа его качают, чтобы валик станет каждый. Да, момент, я, да? Понимаю, но я его не качал. Я. Шакари. Я даже символ на гнев не ставил, когда танчил. Ну, такой похуист, короче. Делал так, как мне нравится. Пиши Марка, кто ролит на тот спек, только на ЕП получает. Сейчас напишу. А это каменная чешка, чё, нормальная? Зарикон, тебе на этого получают только навары. Я знаю, знаю. Я это знаю. Да, всё нормально. Это нормальная дрянь, что ты говоришь? Еще долго, нормально сольем. Нормально. 5 хилов ты ебанулся в 6. Охрези, что будет танчить. Thank you.
Я знаю, как хилить. Ты читаешь, что там Хризи пишет? Ты должен сразу дофига ЛПшек в элементаля дать на третьей фазе, когда он выходит, чтобы его стены сорвали. Таланты не работают. Я, кстати, тогда танчил, хуярил, короче, элементали, у меня босса срывали. Лучше дать там 3-4 ЛПшки и босса немного тоже поиграть. Войт, скажи, мы трэш напуливаем на Animal Jazz? Все хорошо. Кружочек, отойди. Спал, не спал. Муравент, а ты будешь танчить? А, Хризи танчит. Ну это мы упали, короче. А если откину, ну-ка дай проверим. Небеса в огне. Ребят, вы что, прикалываете? Давайте падать. Грант первый раз танчит, тут ГП-то ебанул, сотку дает. Ну, уже сам писал, блин. Ты уже писал, блин. Не танчил, Свет. Ты же миллион лет ходишь с нами, выражаешь. А чё там танчит, Лол? Там просто надо нажать таунт, забрать это говно вот это горячее все. Таунт не работает. Не таунт, окей, побить Это знаешь, я бы тебе уже 1000 ГП накидывал, он не таунтится, не таунтится. А, как вы бесите. Убейтесь, вы выйдите в окно. Ай, Димон, еще. Я же сказал о том, что таунты не работают. Войд подтвердил, что надо ЛПшку. Там еще написали про 4-4 ЛПшку. Где ты в этот момент был? Дима, тебе надо было вчера с нами в рейде быть. Ты бы там нашел бы поле для деятельности. На офе. Там просто пиздец творил. Сними ему ГП. Не, ну, успокойся. Да он просто сейчас уйдет, скажет, Войт, иди нахер, блядь. Ну все, просто, ну, как бы убери ГП, если он опять будет таунтом его агрить, кинешь 1000. Причем здесь ему танчил, он же видел, как другие танки танчат, он же ходит варом, давно уже, у него вар почти фуловый. Короче, смотри, видишь, где лезный тотем стоит? Первого ловишь, вот сюда отводишь и идешь потом в ту сторону.
чтоб тебя за хилы доставали. Второго ловишь, идешь на ту сторону. Ой, минус 500. Это на второй, это на первой фазе. А на третьей фазе, когда ты будешь, ты уже ловишь и под мордой танчишь, и босс, и голем. А танк уже вводит в другую сторону. Чтоб до тебя хилы доставали. Ну то прожмите, пожалуйста. Дайте, сука, все. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Лики, не стойте так близко. Кризис, смотри, сейчас будет метеор, соответственно, ты должен будешь как-то поймать оттуда. Спать из руля. Лизи близко. Уходите, если посмеете.
Ты куда ведешь? Не подводи к рейду. Какой пистолет? Мне не надо. Ты на ходу парень? Заходите, если намели. Ты страхуешь, что ли, именно? Что там у нас по процентам? Два скажи. Разливай уже нужно. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. ЛСС. Возьми Геру. Райт, СРДД. Сейчас, стой. Ханты. Ничего подумай. Говори. Говори, как дела? Зелон, метка, зелон. Ну где можно в свет? Вовремя метка пропала, да? Все равно. Фокус ареста. Скажите, когда заходить. Два хила меня учти. Они сейчас падать будут там все. Заходите в этот момент. Там уже один хил. Я вот не знаю. Там танк упал, все. Так, возвращался смерть и, блядь, умер в лезвие. Вы заметили, как Хризи хорошо танчит?
Сними ему ГП за тот трей. Я еще раз говорю, я упал, когда я выносил метку, возвращался и лезвие сбрило на одном взрате. Вы, пацаны, в два хила не захилили тьму? Потому что вы, блядь, вынесли одну метку хуёво. И мне пришлось, блядь, лезть туда, чтобы ее нормально выложить. Из-за этого я не успел вернуться. Потому что вы в свету хуёво вынесли. Я говорю еще раз, вынесли метку в свету хуёво, мне некуда было нести во тьме метку. Я ждал, пока она пропадет, и не успел вернуться в рейд, и лезвие сбрило из-за этого. Так когда лезвие на нас начинается, ты должен нести ее по ходу лезвия. То есть наперед нельзя было никак, чуть-чуть подождать. Я не наперед нес. Так я понимаю, что тебя сзади сбрил, вот я и говорю, а наперед нельзя было подождать там, типа лезвие поэтому так не, пропустить? Так некуда было нести, некуда. Там ваша метка была со света. Блять, вот я тебе говорю, некуда было ее нести. Там реально, если там либо он бы сразу в лезвие забежал, либо пошел в метку. Но она там вроде как пропала со света. Она пропала, да, я только она пропала. И тут же меня сбрило. Говорю, вы неправильно вынесли метку в свету, а ты мне ГП даешь. Почему начал я орать, что типа метка вовремя пропала? Убери ГП, Войт, ты ни за что сейчас мне ГП дал. Да в смысле нет? Да я тебе говорю, там... Блядь, ее некуда было нести, ты понимаешь? Спроси у ребят, кто был в окне, тебе скажут все, что ее, блядь, некуда было нести. Я ждал, пока пропадет ваша метка. Ну, сколько... Охуенная логика, блядь. Это неправильное распределение ГП, блин. Надо давать ГП еще хилам, которые в два хила не могут захилить тьму 6 человек. Там спокойно одним хилом можно хилить. Давай так, Вуди, давай так, смотри, остается 7% плюс 2 хила, я зайду на хила, выйду цвет, я тебе 7% один захилю шаманом. Спорим? Ты уберешь ГП это или нет? Охуенно, ты вот у него необоснованно вообще дал сейчас. Тебе еще раз говорю. Да потому что метку воить некуда было нести, вы залили, блядь, свету, понимаешь? Я тоже здесь. Ретро была. ДЦС. Что? Может зайдет сейчас, что ты, блядь? У него спереди было 3 метки со света. 3, блядь. Да. Да, блядь, я ему объясняю, он не понимает. Выносят метки. Они выносят за рейд, а не за хвост. И потом... Тебе, Войт, еще раз говорю, неправильно вы вынесли в святую метку, и мне, блядь, было некуда идти. Ты просто так мне сейчас дал ГП. Поэтому либо он бы ни хера не донес, и там бы диспейлились на полкомнаты. Либо он умер просто от линзы, что он и сделал. Так что ему отнимай, а мне там начисляй за то, что не захилили танк. Потому что фокус там реально не виноват. И мне 200 ГП на бахил. Танка не захилил. Тыкните на сумон, ребята, давайте порезче как-то дуплитесь, мне... Пару минут времени осталось, давайте, бля, нахуй этого пиздите, ненужную всякую херню. Я в
вы пиздите по 15 минут, трай идет по 2 минуты. Это иногда бесит. Давайте, когда на сервер уже 10 лет, тактику будем разжевывать каждому. Не знаешь тактику, съебался. Кирди 50 онлайн, сейчас вот такое пишешь. 1 ДД в РС 30 плюсов. Рот сорян, помпу бою вылетел. Дайте каску, друзья. А кто там вылетит, там интересно обратно вступить? Мордру? Может, ему что надо? Беги, малышка, беги! Догнял. Окей. Так и быть. Уговорил нахуй. Это залив играет на магии. Ловая метка. Ловая метка. Вставайте, кто ты? Треснуть его? У нас тут есть сети, он может треснуть. А у меня 2 минуты, когда окажется. Вы бы били сначала одного голема, потом другого, потому что БДК пробивает жестко. Через рыб тоже не забывайте, блядь. Игнорай. Захейте сюда, блядь. Когда выйдете, надо будет вара резнуть. Сейчас давай скажи, когда будет. Ну, ложат на одно место, давай. Люди кладут. Один забиваем. Потом выходим. Все интересы вары. Сейчас кто-то только видит. Пожалуйста, поводи меня, не спали так его больше. Перебежим после метеора, да. Заходи быстрее. А, ну туда сиди там уже. Скажите когда, скажите когда. Они и норвежцы или нет? Не, нет. Ну красавчик, чё? Нет, он зашел.
Хотя гим. Хероза, зачем он зашел? Уже кто-то залил. Там еще сангвини упал. Там, наверное, от капли. Может, один зайдет туда кто-нибудь? Зайдите кто-то, ну, кто-то один туда. Я зайду, скажите, когда. Выходи быстрее. Тут огонь. Да, ну туда сиди. Слезли. Можно вы? Не лезвие. Ридом нету, ридом, алло. А сейчас, Вань. Заходи. Как весело. Ну, зашел он под лезвием, четим под мордой оказался. Ну, уже нет. Надо бить по ходу последний трэш и вливаться в босса. У нас минута 22. 15%. Только ищем босс. Маны хили рейд, короче, у меня нету маны, ветку танка хили. Ну, ты трэш. И, но есть сету. Все, без маны. Сколько еще таких героев? Эти босс. Джейн. Вы босса бить будете, 70 у вас. Господи, забери с меня их, почему они меня бьют? Ну, смотрите, там Слава вылетел, наверное. Просто бейте босса. Все бейте босса. Козырак один хилишь. Там если метка будет на хиле, то дадите гимн на хп, там пристой. Метеор, беги над хилем. Сейчас берсаю. Да, пацаны. Дамага не хватает, вы падаете там вначале просто так, с нифига вообще. Смотрите, что творится в свету. Я говорю бить босса, а вы бьете большого голема. Войд вылетел. Зачем вы это делаете? Это просто пиздец. Сити. Бля. Как же вы бесите. Джерин, вообще бы я 1000 гп ебанул. Джерин, ты тут? Я-то тут. Можешь поэрелить? Я могу. Только через 2 минуты. Только через минуту еще я буду. Техник пришел, что ли? Лысый из Бразерс. Давай, пожалуйста. Тогда тоже КП первая упала. Да я вообще перестал понимать, почему у меня шамана мана такой ходит, блядь. Если только один минут залил, остальные два или три тебе задинут. Блять, у меня даже очищенная лунная пыль стоит, все равно, блять.
А ты во тьме даешь этот тотем под гим, чтобы тебя больше резнуло? Конечно. Ты будешь щит не вкачан, конечно. Нахрен эти щиты? Да не. Ну это важно. Это важнее, чем то, что ты можно вкачан. Оружие стихии перехуярить щиты, блин. Да, да. Это оружие стихии не качают. Блин, Кирилл, я этого шамана, вот этот билд делал, наверное, году в 12-м или в начале 13-го. У тебя стоит еще символ на водный щит? Ну, на 30% да, больше лесу. А нет, такого нету. Ну, ты садишься. Ну, вот и да, все понятно, в общем-то. Ребята, что я хочу сказать, Джерин, ты уж понял. Понял, надо же меняться с шаманом тогда. Алло, алло. Да, слышите? Какой символ вы говорите? Слышим, слышим. Значит, очень плохо, Зангпо, блядь. Вот мы убьем этого босса, если никто не будет падать. То, что вы делаете, блядь, сейчас, вот эти косяки все, это будет ГП, нахуй. Сейчас Джерин будет говорить, потому что у меня поздно уже, все спят. Джерин, ты пришел? Пока не пришел, давайте покурим минуту. Подождите секундочку, мне клавиатуру надо поменять, чтобы ралить. Мне неудобно на это. Я пока курну быстренько. Большие стоят на исцеляющий поток, на щит земли и на цепное исцеление. Вот я один канал, хозяин, вот он называется. Зангпо, у тебя ШМ есть, ты дохнешь, блядь. Как это объяснить? Варенька, лок, фокус. Скажешь там, когда все будут, я зайду. Я тут здесь шо. Фокус. Фокус подошел. Варенька, заходи. Джерин готов? Джерин. Я думаю, он скажет, как придет, что он готов. Он принял. Так, я поменял клаву. Стол тоже поменял. Не, у меня просто тут в макросе стоит 300 гп, 500, 1000. Типа мне так удобнее. А у тебя макрос ЗП по фокусу или по мосоверу? Фокусу. А фокусу опять за что? Я ни разу не заслакал. Так, все готовы? Клавиатура там, где больше ГП называется. Все, давайте, погнали. Ну, потому что я мышкой не люблю всю эту хрень накидывать, и мышкой только настраиваю панели. Погнали. Можно пойти спросить, скажем. Смотрим огонь. Не ассисты, чтобы я себе менту поставил. Есть. Компуа, огонь. В квадрате все стоим, перебежали. Смотрим, куда лужи льются. Уже в рейд, квадрат. Эти трэш. Влились в Халиону. Халиону бьем.
Смотрим, метеор, перебежали. Под костюм живем. Вливаем босса. Давайте, руза разливается, все стоим в квадрате, подливаем босса. Идем трэш. Беги, малышка, беги! Почему они меня бьют, я стою, блин, в луже? Смотри, Маралин, давай. Зашел, все зашли. Босса. Дайте святую крипалу бафу, кто-то наспался. Дай мне каску на 10 минут. А чё, Хурипал умирал? Вы просто не увидели. Да. П? Я его рисовал. Ну, я его трэш убил. Чего же Чхиро знает? Смотри, метка. Милиционеры, погнал. Заходите, если вы... Погнал, надо метку нести к метке черной, а не куда-то в жопу. Вот куда сейчас будет бежать человек с меткой? 100 гп будет, Хмели Снелли, хуйнешь. Че ты гонишь? Полно места. Это не нравится, потому что это какой-то пиздец. Зачем к роже нести? Вот куда же сейчас без нитотема нести метку? Как обычно вынес. Че? Подружу это совсем подружу. Или назад, когда там к метке выносить, то бибини когда уже выносить. Носил, нахуй, вот это патроны. Давайте завязывайте нахуй, лучше бейте нормально, сосредоточьтесь. Иди там 55%. Дайте иннер и хилам, блядь. Фунтация. Скажите там на 50. Еще одна, ну. Три. Известно, внутри. Один. Метка не в портал выходит. Смотрим, стоим в квадрате. Метка я. Смотрим метеор. Жаль. Смотрим лужу, нормальная альпич метка. Сам с себя. Трэш. Так усмотрим. Метка. Смотрим метеор. Смотрим метеор. Бежали. Стоп, ну не бьем только трэш. Только трэш бить. Босса даже никто не трогает, чтоб доту не обновляли. Я смотрю все доты. Даже джагу не кидали. Вы во тьме Геру дали, нет? Здесь гимн. Он полтал. Бля. Идите, линканите детали смерти, пожалуйста, если больше 3 секунд, хилам по 300. Небеса, сколько еще таких героев? Так, смотрим. Атака, омоложение, удар смерти, быстрина. Угу. Че, ГП? Это ГП? Кому? Кила всем. Да мне кидай за всех, я-то должен танка хилить. Шестьсот мне кидай на шамана, да и все. Да ладно, можешь мне это накинуть, тоже там просто флаком. На самом деле, по-моему, танк во тьме очень слабый. Я не представляю, как они там его хилят.
Тут сложно. Я тоже постоянно улетели, но, блядь. Но почему он дает гибрихера? По танку за удар прилетает. По 29? На этом уже починитесь или шо? А, да, это под 60% возгорел. Под 60% Моровин, ты что-то хоть прожимай, у тебя был какой-то деф? Сангвини, ты скиллованный, Редрик? Можешь флешкой хилить? Там прокает часто. Экзорцизм, КД флешку кидай в танк. Это очень поможет. Да, на самом деле, если кто-то из Редриков будет щиток на него кидать, вот этот поможет. Но флешка тоже. Под щиток она критовать будет почти все время. Вот пускай кидает. А чё, можно потом еще каплю кинуть на него? Нужно. Каплю на него, на это себя просто бросить. Один умер. Один умер, а то если я бы второй кинул, то и второй бы умер. Когда ну, крылья в КД, каплю на него, на себя БЗ. А-а-а. Но под 40 не давать, под 60% давать каплю. Окей. Фокус Шизар. Альпич. Фокус. Дожди 8 минут, надо отойти буквально секунд 30. Так, Свету сколько хилов? Двое? Свету все хорошо, танк все хорошо делает. И хилы его захиливают. Как-то легко хилиться просто. Я не могу по тьме, надо жопу рвать там. Мне, по-моему, наоборот проще. Мне танку не проще, потому что там тикает пелена полумрака, и там идет еще типа дамаг Халиона. Когда 60%, то пелена полумрака тоже тикает немножко больше, и поэтому вот такая вот херня происходит. 2800, потом 29, потом еще можно словить Корихаст. Принимайте готовность. А мана какая-то ебалая, говорю. Два иннера. Начал орать, залейте ману, и танк умер. Ты смотри, экономи ману. Два иннера всего лишь. Варенька. Включай игру. Все, блядь. Все готовы. Ума, ты тут? Все готовы. Ну, начинай давай, демонайзер, погнал. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Смотри, метка. Только секунда. А, 6 секунд. Метка. Смотри, сейчас перебегать будем. Вас в квадрате стойте. В квадрате перебежали. Сейчас лужи разобьются и станем все в квадрат. Тихо, Леон. Все отлично, в квадрат стали. Аж бьем. Трэш бьем Халиона, бьем только Халиона. Смотри, метка. Метка с метеором. Как мели сунели. Отпрыжнешь назад. Да. Ну, щиток. Перебежали. Стали в натанке. Прикручивай рейд, разгоняйте. Так. А, бля, нету холиприста. Давай, ДК, давай, Хризи, Хризи, давай, 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 давай. Беги, беги, беги. Лови большого. Ну куда ты побежал? Не туда. Иди, трэш. РДД, давайте по трэшу. Все РДД по трэшу. Идите босса, 1%. Вот, блядь. И секунды, все. Перевели. Давайте в изначальную позицию заходи, джаспанк. Ой, джаспанк, это, да, да, джаспанк. Все, зашел. Все, зашли все.
квадрате. Смотрим, метка, зеленая метка. Где готовимся? Сколько процентов халион? 69. Квадрат. Просто вы не знаете, куда вставать. По 300. Сколько там? Раз, два, три, четыре. Сложно в квадрате стоять, когда БДК сложно заходит? Я же для вас метку поставил. Какого фига вы стоите от квадрата на 6 метров? Разворачивай босса, падайте. Занда, занпа 500, имплантация 600, фокус хиро 300, альпич 200. Да, ребята. Ставил для вас метку, потому что танк зашел немного криво. Какого хера вы встаете слева? Да не, танк зашел как раз таки более-менее нормально. А вот надо вставать между двумя вот этими, блять. Там же фигура такая, типа как два щупальца. Ну, да, щупальца просто две полудуги. Надо вставать всегда по центру там. Не знаю, зачем люди встали в другое место. Прикол не в этом, прикол в том, что они всегда встают в одну точку, неважно откуда заходит танк. Танк сместился немного вправо, я поставил метку, квадрат для тех, кто не втыкает, и наголашиваю весь бой, пожалуйста, глаголю точнее, пожалуйста, встаньте в квадрат, занпа, Виталикун, Альпич, Фокус Хиро, срать хотели. Имплантация тоже. Кого я метку ставлю? Так, давай, кто там умирал? Фокус, кто еще? Занпа, Виталий Кун, Альпич, имплантация, Фокус Хиро и еще кто-то. Ну, если у вас рейд-чата нету, то Хмели Санели, Альпич, Занпа, имплантация, Виталий Кун, Фокус Хиро. Да, еще, еще Хан сдох. Так, Фокус, так, имплантация. Все равно, даже если даже встали туда, не знаете, куда вставать, уже видите эти шарики, которые летают. Кто еще? Или Сунель. И перед тем, как он кастанет лезвие, можно немножко переместиться. Всем накинуть. Саня, ты можешь, это им ничего не говорит, они не знают, что такое перемещение, забудь. Ну вот видите, как дрон стоил, впереди вот под холёном такие два луча, вот правый луч и левый луч на нас тянутся, вот между них всегда стоите, когда заходите, и вас не сбреет. Начинай, Марвин. Щупальцы, я так просто сказал, ну просто... Вот рисунок, вот. Где мы сейчас все стоим. То не щупальца, то мацаки. Так ли? Смотрим, метка 6 секунд. Просто на офи в ключах там одни щупальца, сука. Метка Лирия. Диспел, возвращайся, блинков. Смотрим, метеор. Прибежали метеор. Метеор далеко, смотрим, стоим в квадрате, лужа не достанет до рейда. Он босс. Все бьют босса. Метеор, бейте босса, ВВ метка, прожмешь панцирь, чтобы не сдохнуть от дебафа. Смотрим, метеор, прибежали, бейте всех Алион. Саш, экономь ману, мы похилим на первой фазе, если шо. Бейте трэш, все РДД, бейте босса, точнее, милите, заливаем трэш. Вообще это все делаем. Смотрим. Муравин, давай, погнал. Я погнал.
драки пока не стойте, я на пулю боссов, сейчас вас поставлю. Смотрите, квадрат стоит, стали все в квадрат. О, чудо, никто не умер. Первый раз. Козырак мет. Заходите. Хоть-хоть-хо. Если добили, заходите. Ходите, если добили, у вас еще 8 секунд из 9. Бины разрывайте. Своим хилам. Гвинни побежал, к морге ближе. Так, у нас 57%. Пометка. Ближе. К той надо было нести. 2. Метки будем выходить. Смотрите, метка. Имплантация не в портал. Погнали все. Пизди, захильте 30 тысяч. Метка Мортис. Портал что не поставил. Смотрим метеор. Разворачиваемся, стоим в квадрате. Не туда! Еще раз, Хризи. Прокручивай, я не достаю хилить. Стали в квадрат. Нет, стопнули, ДД, свет не бьет. Хвостоть мне может дать. Да, давай. Мортис, метка. Кризи, конечно, проворачиваешь как-то, блядь. Надо на рейд крутить, а не от рейда. Смотрим, перебежали. Свет. Смотрим, свет не бьет вообще. Тупо стали в квадрат. Сейчас сдох ГП. Поднимать его? Поднимай. Бейте трэш. Давайте РДД больше по трэшу заиграйте. ШП кастуйте пытку эту иссушение в трэш. Большого потом сити метка. Типа большому играйте все. Все по большому играем. Америки в Халион. Перебежали. И прохильте. Бейте Халиона сейчас. Больше ДД в Халиона стали в квадрат. Больше ДД в Халиона. Пока. Ладно. Падаем. Как говорится, не в лоб, так по лбу, да? Кто у нас там тупой? Давайте мне ники. Ну там, психу там косячит сильно, может там поменять, может там 51 онлайн. Согласен. Там мелкие сейчас ему ударили. Саш, выйди с инстати, там символ тебе дам. ДПС тьмы не гоните. Ко мне? Угу. Кто сейчас? Я вышел с инстати. Кто сейчас в вайпе в этом виноват? Сейчас? Я вот даже сейчас не знаю. Но сейчас есть одно предположение. Из-за того, что сместился танк неправильно. РДД искали место, бегали, не знали, где стать, туда-сюда, давай. Хотя всегда стоит квадрат. Время затянулось на секунд 15, как это обычно бывает, и вот такая вот херня произошла. Танк не фуловый, его сбрил.
Хризи, ты... Сейчас, короче, когда метку вносили последнюю, я стоял рядом с человеком, который метку выносит. Мы как бы только-только перебежали, я мгновенно диспелли. Он даже не успел добежать до стены, его диспелли, и меня выкинуло под морду к Харе. Из-за этого я сдох, потом встал без маны уже. И сейчас я не мог хилить танк. Коны, мне надо отойти минуты на три. Че, я отошел, если не хотите давай, ждать быстро. Меня? Иди. Что такое No One Meteor Strike? Это когда нет никого в свету. Падает метеор в центр босса. No One Meteor Strike. У кого маг есть, заходите на мага. Портуйся в Долоран. Билер, тру. Или Олег. С чем? Там уже есть маг, он идет на мага. Я просто солд забил. Он на мага зайдет, да? Короче, 3 минуты соединяется это. Че, ты пришел, да? Вот да. Вы знаете, блять, вот хуй знает, я вроде РС похилил третий раз. Да, мы убили. Вот самое верхнее, это что такое его бьет? No One Meteor Strike. Это лужа, что ли, или что это? Meteor Strike, да. Да, лужа. Ну, типа его... Он довольно долго в луже стоял. Это его, получается, лужа добила останет, ну, последние 3 кхп? Meteor Strike — это огонь. Ну вот 0.23 его удар, потом следующий 0.9, 1.22, 1.85, 2.21, это все его бьет лужа. 3.22. Короче, поворачивается на рейд для того, чтобы рейд отбегал обратно к боку Халиона. Поворачивается на 90 градусов. Хвост не поворачивается в рейд. По той простой причине, что дается стан холипалу и шаму, и ты вздыхаешь. Понятно это, блядь? И на будущее, блядь. Идешь в РС-ку за какой-то класс, которым еще там не было, блядь. Открой мой канал на ютубе, сука, и посмотри видео. Как это делается, блядь? Шкаф с умонти мага. Есть фласка иногда у кого? Я бы тоже не отказался от фласки. Есть. Мага забафнет. Чек на пол. Вейника, заходи. Клоты, металлику. Все готовы за линию заходим. Давай, Джерри. Тут пул произошел. Бейте, босс. Бахил. Так ему щит лица. Вот и перебежали. Так это кран. Это я диспейл. Это нормально, чё. Метки стоим. Босса. Все босса бьют. Одновременно с лезвиями.
Лампуа. Прыг, отскок. Разворачивается. Разгоняйся, разгоняй. Блин, давай, давай, ДК. Быстрее. Стоим в квадрате. Лужа в рейд, лужа в рейд. Отводи, отводи, отводи этих мелких. Протокол прожмись. ДЦ поднимите, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Я не достаю до хтизи. На нем он частица все равно. Били, добили трэш. Где трэш? Заходите, хилы, батьку, кто там зашел, там сейчас БДК умрет. Падает. Все. Падать? Да. Вот Хризи, смотри, я тебя уже предупреждаю, ну, про появление, ну, трэша. На другой стороне говорю, разгоняйся, беги. Че ты так долго реагируешь? Пробежишь с тем большим через рейд, ничего он не сделает, не убьет он рейд. Бежать вообще через рейд не очень хорошая идея, потому что там мелкие, когда будут проходить, они пару стаков поймают от него. Да, не знаю, ну не поймает пару стаков, но не 8, как сейчас было. Стойте вы на маунте, нафига убегаете? По 3-4 стака это фигня, ну 8, 11, там 16 на одном было, это жопа. Дайте бабку, там каску по воронке. Тебе нужно увести двух своих големов так, чтобы они, блядь, маленьких не бафали. Ты это понимаешь или нет? Так делай это побыстрее. Так что у нас ханты не скиллованы, ни один, и не напулит большого, если будет такая ситуация, ну что поделать. Ваня, ты тут? Па, ты сможешь напулить большого голема в такой ситуации, если она сейчас повторится или нет? Я смогу тебе сказать, дай напул в БДК, или ты не среагируешь? Просто скажи, да или нет. Ни ответа, ни привет. Это как Морфеус с таблетками. Одна ГП, другая ты молодец. Погнал, Марвин. Синяя таблетка ГП, блядь. Красная ГП. Коричневая Войд. Потом вы все плюсуете на анбаф. Меня завтра не будет. Я бы посмотрел, как вы пойдете. Ты пришел бы сегодня с этими снейдерами. Я бы посмотрел на ваши плюсы просто. Пошел бы сегодня там этот Неверы собирали. Лежал. В чате. Цыгане не убили. Били? В квадрате стоим. Не, не, не. В квадрате стоим. Босса бьем. Саш, мы похилимся, шо ты на канал. Бля, горбатого могилы исправь. Да в первой фазе тут хилить особо нечего. Тихо ли он? Трэш. Будьте мелкий трэш просто. Полностью пока стопанул хил. Смотри, Моровинт уже зашел. 3, 2, зашли. Заищем в квадрат. Стали тут в квадрате.
местами стоять, я пошел череду давать на поле. Смотри, метка. Вы добили? Че? Не метка. Если добили. Че, добили? Ходите, ходите. Смотри, метка. Метка вместе с лезвием ближе к морде. Элария. Смотрим лезвие. Метка сейчас будет. 53%. Готовьтесь. Фокусхира метка. 53%. Готовьтесь. Хила мины позаливайте, друиды. Смотрим лезвие. Когда 52? 0. Выход. Смотрим. Смотрим лезвие. Во тьме поддамаживаем. Бахил метка. Ходить. Бьем босса. Хазарак метка. Жмись БДК. Смотрим. Метеор. Перебежали. Ищем сразу глазами квадрат. Позиционирование квадрата. Талию квадрат. Топим трэш. Я на звездопад даешь, сова. Знаю, он босса свет. Идите метка. Смотрим метеор. Пять позиционирования квадрата будете смотреть. Ну бахил метка во тьме. Прожмись танк. Метеор в танке, на рейд, на рейд! 40. Квадрат. Свет 40. Свет не бьем, на мне метка, смотрите, там на пульте трэш. Уже рост во тьме. Я так думаю, рост должен быть уже давно был, но почему-то не был озвучен. Ты сам давай там рост. Я тут смотрю под лужи, рейд ставлю. Трим рейд. Бьем Халиона, смотрим метка, перебежали. Халиона играем 60 свет. Тьма стопаните немного. Смотрим. Лужа в танка. Срыв агро был. Напуливайте трэш. Че, Берет? Бэрэк. Отводи, растет. Смотрим, метка. Медисунели, метка. Смотрим, метеор. Стопните, не бейте Халиона, перебежали. Подбивайте Халиона, свет. Подбиваем трэш, ух ты чё, давайте встали в квадрат. Все. А там все упали во тьме. А чё это? Чья метка? А чё он вообще побежал-то за нами? Скажите мне, пожалуйста, чья это метка была? Последний палающий на Хмельсу. Ну там не его вина, с него не диспелили, когда он доносил. Которому я пожалел, отдал лук, когда я был выше по пиору. Блин, Джериан, с него да не диспелили ветку, дал... когда он выбежал к стене. Кто? Ну, так, если с него выбежал, никто не диспелил, то я не дальше. Если с тебя не диспелят, зачем ты возвращаешься в рейд? Стой там и умри, это, блядь, да, куда профит не будет. Да, ебать, если не диспелили в рейд, бегите. Не диспелили, зачем в рейд-то возвращаться? Стоишь у стены, умираешь, тебя потом... Не, выражают, зачем с него диспелили в рейде, я вот это не понимаю. Да, сама она спасла уже по времени. Нет, там на нем еще 15 секунд оставалось.
метка, ну, сама лужа была бы больше, если бы сама спал. Вы тоже на голову включайте иногда, не диспелят с вас, стойте и умирайте с этой меткой. Ничего себе. Либо орите, анонсите, что диспелите там. Войт, ты тут? Там, если что... Кинь мне 200 голд на бахилу, я тебе потом стрессить закину, а там ремонт не хватает. Мне 500 будет. О, я мне тоже сейчас орите. Ставьте мамонт. Что, с ним вам получше хилить? Бля, ну маны как-то дохуя вообще. Щит еще вкачают, надо талант. Бля, ханду, этот ГП дали, вообще не вижу, че вам ханд нужен. Ну не знаю, чего ему 500 дали, типа, с него не диспелили. Давайте не будем обсуждать ГП, блядь. Что, что с него не диспелили, он поэтому пришел обратно в рейд с меткой? Это 500 ГП. Так нет, я говорю, на 15 секунд еще было, и с него диспелили потом уже в рейде кто-то. Так а зачем он в рейд пришел? Ну нас свайпнуть он пришел. Еще вопрос. Варенька, подходи. А, Ваня, ты тут давай начнем уже бить. Хватит в ВК там что-то писать кому-то, я вижу все. Ага. Ну пиздец вы гоните. Заходите тут в поле. Нет, посмотрите. Нет, хрезь. Диспельте с него. Смотрим метеор. Ищем квадрат. Прибежали. Ищем квадрат. В квадрате стоим. Босс. Метеор. И сунели метка. Смотрим метеор. Чем ты к голему бежишь, мили сунели, чтобы получать аурой баб дамаг? Дурак, стоим, на поле вытряш. Данила нет с нами. Тут только еще выдалка не хватает и Ромы. Заходи, это заходи. На офи дрочит. Если посмеете. Квадрат ставь. Не стоит. Зар. Две смотрим. Ну можно заходить? Не, ждите. Ну бахил, можно заходить. Кезни, смотрите. Трати, стоим. Вот вар Занпа, что ты там делаешь? Вот скажи, тебе профитно бить его в левую лапу, Занпа метка, ближе к морде, и ловить парирование, чтобы танку было еще лучше, быстрее словить парихаст. Ты не можешь бить его в заднюю лапу? Че ты аж бесите меня иногда. Для кого квадрат стоит? Два. Не. Блин, разорите. Смотрим, там метка сейчас будет. Я вообще за проценты забыл, пока кричал на вара. Хмелисунели, метка, портал не залей. Выходит. А что, у меня целых 20 команд осталось, нихуя себе. Just
смотрит. Метка лампуа. Тёрж смотрит. Теперь удашь на 60% Только будет по тебе перебежать. Фридом только хилан. В рейд стали все в квадрат. Там умер кто-то во тьме. Да, рыбы. Ай, Воя, сейчас мы добьем трэш, леснешь его. И скажете, когда ему зайти. Во тьме раздать или нет? Ну конечно. Резать, резать, лампа, метка. Воя, резать не этого хрена. Виталикуна. Он на той стороне потом. Понял, перебежали, сейчас перебежим рейс еще. Так, свету никого не бить, только трэш бьем. Свету только трэш, ты им в квадрате. Ваня, скажешь когда ему? Да он уже тут. Паладин, давайте, дайте руки на нубахилу. Дайте гимн, если есть. Есть гимн? Не гимн есть. Это там метка. Эти босса. Смотрим метеор. Ой, это там гимн вот есть. Бежали. ДД в святух, дот этих, Калиона, бейте, что-то делайте. Очень классно. В квадрате, стойте. Напуливаем. Смотрим. Бейте трэш. Топнули по Халиону в свету. Не бьем. Вообще не трогать его. Добейте трэш. Animal метка. Смотрим метеор. Прибежали. Бейте Халион. Трати. Стоим, смотрим трэш. Лужа вообще отлично разливается. Не сдохнет. Пуливаем. 500. Бейте Халион. Только трэш. Войд бились метку. Добейте трэш, шипер. Дайте доты на трэш. Смотрим метеор. Диспельте, пожалуйста, вот мне это криво. Сворачивай, в рейд! Блять, почему тебя все время клонит, сука, на эту правую сторону? Стали в квадрат. В квадрат. На хп давай, кто там, Альпич, гим на хп. Бейте трэш. Трэш, все бьют трэш. Давайте, ШП, иссушение, там что-то давайте. Смотрите по ситуации. Давайте, все РДД бьют трэш. Перебежали, перебежали. Напуливайте трэш и бейте босса. Только танка за хильки. Губердыч. Надо. Беги, малышка, беги! Боссу играем, каплю дайте на этого, на Хризи, Хризи. Пожалуйста, не спальте, я его умоляю. Да, ну ладно. Ух ты, даже убили. Да ладно, убили. Хилочешка, сука. ДЦ хилочешка, отдавайте, пожалуйста. Моё, сука. Альпичу не давайте, он никогда хилом не играет, когда просит. Козырак тебе надо? Да. Макс, не забирай, отдай мне. Это типа синдром Капарсивина? Спасибо, что приор испортили или как? У кого? Козырак что-то пишет. Не знаю. Так, палец
Не надо никому перстень, да? Мне не нужен палец, если никому не нужен, я возьму. Блять, там РХ 41 человек сидит. Ты их столько взял, если? Если за фулл ГП я не буду брать. 41 человек, давайте подходите на следующую РС, потом заходите сами. В смысле не буду, если ты на хила ролил, да? Можешь брать за фулл. Либо не брать. Заходите. Кикать я никого не должен, блять, вы должны сами... Сейчас было прикольно, как Виталий Кун выносил метку во тьме и побежал, короче, блять, в метку, которая со света разделилась, не знаю зачем. Ну не знаю, я как не вынесет метку, чего представить. Не, так я не представил, просто это было ржачно, не знаю. Согласен. Кто-то заходит на ИК? И ВК пойдем или нет? Почти не РК. Да какой ВК, еще РСК можно собрать? Или пошли еще РС куда? Короче, начисляем. Далеко не...